карте. Карта макраме 17 века, село известно своими тканями. Смоклина превращается вот в такую крестьянскую одежду. А герб Ивановской области, там челнок, ага. Вот который ты держишь в руках. Ага. То есть ты полностью приобщилась к культуре текстильного пластера. Ивановская коллекция одна из самых крупных в России. У нас 500 000 образцов тканей. Ехать дальше в Италию, дальше в Испанию, дальше во Францию. Надо вначале увидеть, что у тебя дома. А то, что у нас дома, абсолютно не уступает мировым землям. Это правда так красиво, это так впечатляет. Я вот только что из комнаты, которая стоит по скромным оценкам 100 миллионов долларов, это впечатляет. Все в Иваново, посмотрите, это правда, это шокирует. Спасибо огромное.